Всем привет! Сегодня мы провожаем Галю, заехали в кафе 500 покушать перед дорожкой, закусить вот такие бургеры. У меня мясной, а у Гали Рокфор. Покажи, красивый, да? Вообще красивый. И такие бургеры. Так, эту пипку снять, нет? А ничего не вывалится у тебя? Или нет, наверное. Всем приятного аппетита. Давайте кушать вместе. Вкусный, да? Может, одеть эту пипку лучше? Не знаю. Развалит. Сожми сильнее. Да, просто сожми. У меня с грибами. Котлеты здесь вкусные очень. Да. И соус везде разный. Уже очень вкусно. Да, вообще тут бургеры вообще у нас самые вкусные. Тут народа столько много. Народу всегда много. И недорого, кстати, ребят, очень недорого. Мой стоит 230 рублей, а мой 240. Котлеты сами они делают, здесь жарятся. Прям вкусные котлеты. То есть не замороженные, не такие. Аккуратно надо, да? Все варится. Чтоб не заляпался. На салат упал. Ну, сейчас, короче, кушаем и едем в Уку. Едем в Уку провожать. Время пролетело незаметно. Ну, что, 3 дня, конечно, мало. Один день ушел просто в Уку. Ну да. После, так сказать, застолья туда. Застолья, да. Перчатки даже дают, во. Чтоб не уделаться. Шампиньоны, грибочки. У тебя без грибов, у тебя там соус. Да. У меня очень вкусный соус прям. Положу салфетку. Все, они уже сами. Наши уже, да, пошли. Ладно. Мы уже поели. Настя. Настя смотрит в окно. 2 морковки. Ну, ты еще маленький. Есть вот с двойной котлетой бургер. Они вообще высокие такие. С яйцом еще. Как это яйцо есть? Жареное, да, и там желточек, там вкусный. Вообще. Так есть, не знаю, порви рот. Бургер разорви хлебало называется. Да, лимонад. Да, какой-то. Очень вкусно, правда. Вот Бургер Кинг, он там все равно не такие, они грубо какие-то. Нет, там вкусные то совершенно. Ну, сами все делают, готовят. Котлеты вот именно хорошие. Во сколько стоит вообще Бургер Кинг, если такой мощный? Если мощный, прям взять 600. Прям с 2 котлетами, прям огромный такой. 600 рублей. Что, видишь, цену? Тут такой маленький вроде, да? Набитый весь. Можно наесться им. Да. Далее вон пирожков набрала. Курников, да? Курников, сосисок. Сосиски. Курники такие прям мощные. А у тебя сосиска с картошкой? Или просто сосиска? А. Печеная. Дашка сейчас съела эту сосиску и пюрешку еще внутри. Да? Они все забрали? Вроде да. Подглядывают за нами. Красавка моя. Кстати, булочки сами пекут здесь. Да? Обычно же
булочки эти вот, которые в магазине, да, там все. Люди сами делают они булочки. Так что будет в Салавате заезжайте. Как называется? Пит-стоп. Я вон хатюнчик вылез. Хатюнчик. Я не доем. Я вон сейчас лопну. Ну котлет съешь хотя бы, что булочку нет. Ты не весь сам есть. Расковыряй. Так, убери булку. Я обычно так делаю, если не едаю. Булку не ем, котлету съедаю. Просто большая булка уже. Вы сегодня две пачки чебуш ели, да? Да, утром. Вчера магните брали. Они вкусные, да? Да. Пепперони. Ага. Я просто не это, не брала вот эти чебупели, пепперони. Они сочные, прям сохнут тут сейчас. Полный рот. Нам тоже попробуют сохнуть. Я пробую. Булочку все? Объелась? Я ела совсем. Короче, Заля наелась на дорожку. Мы видели. Очень ладненько, поехали мы. Привет, по дороге. Так, знаете, на что? В общем, дожевываем, поехали мы дальше провожать. Путь дорогу. Подкрепились. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока-пока.